Всем привет! Привет! С праздником вас прошедшим, 8 марта! И в честь этого у нас сегодня обзор на большой доширак. Так, открываем вместе с вами. Так, пакет мы уже сняли. Посмотрим. Вот такая вот упаковка. Огромная просто. И тут 8 штук. Посмотрите. Вот такая огромная. И сейчас мы это будем все кушать. Открываем, значит, приправу, засыпаем. А, ну он же не помогает. Оказывается, внутри вот, как обычно, специи. Все, больше ничего нету. Тут и зеленушка. Сейчас мы откроем, посыпем. Так, еще одна пачка зеленушки посыпем. И значит сама приправа вот эта перцовая. Так, и сейчас это все мы зальем водичкой. Мы уже вскипятили. Вернемся к вам, когда наше блюдо приготовится. Надо помешать. Так, мешаем. Ты мешай, тогда я не могу мешать. Да все уже можно набирать. Все ингредиенты просто в той части находятся, поэтому... Какой-то сухой у нас получился. А у всех он сухой получается. Ну что, у нас готово блюдо. Приятного аппетита. Набирайте. У нас... Ну, в общем, у нас немножко потрескалась наша чашечка, но ничего страшного. Блюдо готово, давайте каждый набирайте и кушаем. Все набрать? Давай. Смотрите, здесь сколько килограмм, Жень? 729 грамм. А я думала, ты сказал 2,5 литра. Воды, да, нужно? 2,2 литра. Так, держи, тебе водички налить или ты сам? Ну, ты сам. Вот это и набирай. А еще у нас в прикуску раки и кимчи. Смотрите, какие у нас есть раки. Аппетитные. А мы сможем все съесть? Нет. Не сможем, да? Чимчи, как вкусно. Ну что, кстати, отличается этот огромный доширак? Да. Больше. Мне кажется, он острый. Потому что специй больше. Ну, по соотношению. Специй больше стало, а воды меньше. Поэтому. Стоила эта чашка 22 000 вон. Не дешево, кстати. Здесь получается 8 порций, да? Угу. А одна сколько стоит в сиюшке? Смотри.
Это какой? Примерно? Ну, вот такой же. 1200? Ну, или 2400. Я не знаю. Интересовался. 1200, по-моему. Угу. Тогда получается по одной дешевле покупать. Заказала эту чашку в Купанге. Оно острое, да? Или это раки острые? Как обычно доширак. Разве? Ну, немного острее. Мне кажется, он чуть-чуть острее. Мы давно не выходили с вами на связь. Женя уже пошел в школу, в третий класс. Средней школы. Это получается 9-й, да? Получается 9-й. Женя сильно устает в школе. Говорит, что ее семье учится усердно. Сегодня, кстати, тебе не давали никакие бумажки? Каждый день дают бумажки? Информацию. Нет, дали календарь. Подарили календарь? Угу. А то мне сегодня сообщение пришло о том, что нужно заполнить вчерашнюю бумажку, которую ты приносил. А я вроде же заполнила. Ты передал? Угу. Сколько человек можно это есть, это блюдо? Сколько? Да. Как ты думаешь, на сколько человек рассчитано это? Человек на 5, наверное. Рассчитано. На одного мукбангера. Я не видела еще ни одного мукбангера, который бы съел это один. Надо забить в Ютубе посмотреть. Может. Я видел китайских, которые ели столько же, только еще и с яйцами. Нет, я видела, когда они варят много-много и съедают. Ну, вот именно вот эту я видела. А наши русскоязычные снимали. Но никто не смог съесть. Ну, там по двое их ела. А у корейских я даже не видела. Надо посмотреть. Может быть, здесь. Ой, блин, что-то такое горькое я ем. Но я могу съесть 2 говяжьих доширака. Да. Мне кажется, мы едим, а наша лапша не становится меньше. Она разбухает. Горько. Водички попьем.
Всю неделю я ничего не готовила. И у меня была неделя 8 марта. Продолжение праздника. А Женя мне подарил такой классный, я как раз хотела. Как это называется? Ободок? Ну, чтобы умываться, там, косметику наносить, заколки, шоколадку, и сделал мне клубнику в шоколаде. Вот. Буду дать. А также мне подарили фотографию, ну, вы, наверное, видели. Очень красиво. Подарок от мужа. Обычно, а то у меня этот без косметики. А там я прям такая красивая. А также в этот день у нас был день рождения у кота. Нашему коту исполнился год. И сейчас он тоже сидит напротив, наблюдает за нами. Ну, кстати, ему исполнился год, и он, кстати, стал спокойным, да? Да. Вот как говорили, что он резко, да, вот как-то этот станет взрослым и успокоится. Это действительно так. Потому что раньше он прям этот... постоянно хотел играться, царапаться, там, кусаться. А сейчас нет. Ну, он иногда вот прям мяукает, ходит. Но так он все равно подуспокоился уже. Осознанный взрослый кот. Что я могу сказать? Я уже наелась. Жень, ты как? Еще нормально? Еще нормально. Он такой острый. Вот я говорю, он острый. Мне не показалось, что он острый. Ну, все дошираки, ну, говяжьи такие. Я потому что люблю вот этот, я постоянно кушаю, он не острый. А вот этот я удивилась, он прям остренький. Нет, тут просто много... его. Потом. Специй. Много специй, мало водички. Но он не соленый. Ну да. Если бы было много воды, то он был бы соленым. Думаешь? Я думала, наоборот, больше воды, меньше соли. Дотираки, да, маленькие, видите? А так как будто личинки я кушаю, да? Наверное. Ой, что такое острое? Кто любит много доширака, это как раз для вас. У нас еще... такая пачка продается с чадянменом. Но, наверное, смотрите, безрассудно покупать такую большую, и все равно мы не сможем ее доедать. Ну, я прям хотела. Я смотрела видео, и мне тоже так хотелось попробовать. Ну, видишь, мы тоже это попробовали. А еще мы ездили в очень классное место. Я снимала влог про стены и потолок, про гостиницу. Как называется? Inspire. Inspire. Вот. Тебе понравилось там?
Скоро у нас уже расцветет сакура. И мы отправимся в путешествие. Не забудьте подписаться, поставить лайк и напишите комментарий, если у Жени вдруг лицо стало взрослым. Еще раз всех с праздником. Всем пока. Пока.